Привет, дорогие друзья, с вами Димас, и сегодня мы заканчиваем играть за десантника в игре Aliens vs Predator. Это уже у нас шестая часть. Ребята, пишите, пожалуйста, в комментариях, какую вы игру хотели бы, чтобы я прошел. У меня еще есть, конечно, Aliens Colonies Marines, но не думаю, что она такая уже идеальная. А ты хочешь мне помешать? Давайте. Стреляем по ним, Я же делал так. Назад. О, это уже такие. Граната есть. Удача или талант? Похоже, ты и тем, и другим наделен с лихвой. Ну что ж, рядовой, ты, очевидно, очень целеустремленный человек, и я это уважаю. По крайней мере, ты заслужил подробное объяснение. Идем. Я хочу, чтобы ты понял, за что погибло столько твоих товарищей. Рядовой, рад встрече, наконец-то. Я давно слежу за тобой. Ты опасный противник. Ты борец, как охотники, хозяева этого мира. Как ксеноморфы, их дичь. Как я. Просто у меня больше опыта. Хорошо.
не задумывался, кто снабжает ваши войска оружием? Мы с КДВ старые друзья. По факту я и хозяин. А значит, и твой тоже. А когда собственность перестает приносить пользу, она устраняется. Уничтожить. Ладно, давайте еще раз. Сразу заметил его. Ну, выходи. Ты слепо хранишь верность своей стаи. Сторожевые цены правительства. Беги! Коммуникатор, солдат. Подальше от этой планеты. Понял. Я же его тоже расстрелял, что с ним такое? А так вы не похожи, этот киборг получается. Бежим, бежим, бежим. Запрыгни. Ну, блин. Везде надо как-то по ступенькам. А что запрыгнуть, он сам не может? Слабак. Сейчас попробуем еще как-нибудь залезть. Да.
Сэр, коммуникатор у нас. Никаких проблем. Да, мы взяли экземпляр живьем. Передаю данные с коммуникатора. Старт. Операция дорого обошлась нам. Надеюсь, мой предшественник верил в нее не напрасно. Боже, он оказался прав. Немыслимое сокровище. Координаты родной планеты ксеноморфов. Мы прошли все, уже у нас развитие сюжета 100%, то есть мы все прошли. Ну, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока. Напишите в комментариях, какую вы бы хотели игру, чтобы я прошел. Обязательно напишите. Всем пока.